Здравствуйте, мои дорогие! Мы с вами находимся в стенах Сретенского монастыря в зале Духовной Академии. И сегодня лекция на тему «Что помогает преодолеть болезнь?». Здравствуйте, мои дорогие! Почему так получается, что одни люди выздоравливают, а другие люди при том же лечении, ну, какой-то не очень хороший у них результат получается? Почему у нас такое получается и что отличает одних людей от других, какие у этих людей какие-то такие особые невероятные качества. Да, есть разные врачи. Есть врачи, которые... Ну, давайте я буду говорить честно, да? Есть хорошие знающие врачи, которые сражаются за своего пациента, есть врачи, которым, в общем, в принципе, все равно. И вы это обязательно поймете при первом, ну, максимум при втором приеме. Какой вам достался врач, это раз. Во-вторых, вы это очень легко узнаете, если вы зайдете в интернет и почитаете отзывы об этом враче. Сколько ни удаляй отрицательные отзывы, они все равно там остаются. Поэтому что происходит, если вдруг вы читаете и понимаете, что врач, к которому вы попали, не особо компетентный? Если у вас имеется паспорт гражданина Российской Федерации, вы имеете право на консультацию в федеральном центре. Я имею в виду какие центры? Центр Блохина, НИИ Герцена, центр Логинова, я не все перечислила. Где бы вы ни жили, в каком городе, в каком месте, в селе, на краю России, вы имеете право на консультацию по ОМС. Поэтому не поленитесь посмотреть сайты этих федеральных институтов, посмотреть, понять, к какому врачу вы хотите пойти, и записывайтесь смело к нему на консультацию. Вполне вероятно, что этот доктор сумеет найти для вас какие-то слова и какие-то врачебные меры, врачебные медицинские манипуляции, которые вам помогут. Всегда берите второе мнение. Если вам один врач сказал одно, не поленитесь взять второе мнение. Но при этом имейте в виду, если вам что-то сказал ваш районный онколог, то второе мнение нужно брать не у другого районного онколога, а второе мнение нужно брать, допустим, у сотрудника федерального центра. Если вы общались с кандидатом наук, идите к доктору наук. Я понимаю, как мой муж говорил, что кандидатская, значит, любительская и докторская, как он говорил, диссертация, это иногда не признак большого ума, а способность человека уметь сидеть на стуле долго и ровно, значит, создавая эту работу. Но, тем не менее, докторское или кандидатское звание, в особенности в медицине, получить трудно. Получить трудно, в других науках намного легче. Поэтому все-таки оно чего-то стоит, и идите к этому врачу, знаете, поднимайте уровень. Не опускайте, а поднимайте уровень. И посмотрите, что вам скажут. Если вам сказали одно и то же, ну, с большой вероятностью вам сказали правду, хотя, может быть, она вам даже и не очень понравилась. Предположим, вы разобрались с доктором, предположим, вы договорились с химиотерапевтом, предположим, у вас все хорошо, и тут вам на пути встречается какая-то женщина, которая вас спрашивает: «Ой, да ты больна?» Ну, чего скрывать? Вы говорите: «Да, вот какая-то ваша знакомая, я плохо себя чувствую, ну вот лечу». «А у кого ты лечишься?» «Я вот лечусь вот там у Петра Ивановича, я прохожу сейчас химиотерапию». «Ой, да что ты! Я этого Петра Ивановича так хорошо знаю, вот про него такие все разговоры идут. И вот и все вот у него плохо, и все вот у него отвратительно, и все такое прочее. А вам Петр Иванович очень нравится, и у вас есть положительный результат». А что делать в этом случае? 9 из 10 больных задумаются: может быть, Петр Иванович-то и плох. Почему? Почему? Потому что отрицательные отзывы, они почему-то на нас больше действуют, чем положительные. Понимаете? Почему?
Я это понять не могу. У моего мужа на факультете психологии был когда-то очень интересный аспирант, который производил очень интересный эксперимент. Группа студентов сидела в зале, и им говорили, что сейчас вы увидите человека, который вам прочитает там, какую-то лекцию небольшую, там, пятиминутную по какому-то вопросу. У этого человека очень интересная судьба. Он никогда не учился в высшем учебном заведении. Он отсидел 15 лет за разбой на зоне. Но он там вот как-то самообучился, начитался книг, и вот теперь он, значит, читает книги, коллекции, теперь вот он вам там что-то расскажет. И появлялся человек, одетый, значит, в мятые брюки, в драный какой-то свитер, и начинал рассказывать что-то этим людям. 5 минут. Потом он уходил, и этим же студентам говорили: а теперь на ту же тему вам прочитает короткую 5-минутную лекцию доктор наук, профессор, академик, ведущий преподаватель факультета психологии, высшее образование такое-то, такие-то награды, такие-то звания, такие-то книги. Выходил тот же человек, одетый тоже не то чтобы в смокинг, но просто в другую одежду, и начинал тем же голосом, не очень складно, что-то бубнить. После этого студенты менялись группы, не одна группа сидела. Одна группа видела вот его как бы грязного, оборванного, вторая группа видела его в образе доктора наук. И когда студентов посадили и стали спрашивать, их впечатление. Группа, которая видела оборванца, стала говорить, что просто отвратительно, слушать его невозможно, ужасная речь, глупости какие-то нес. Ага. А те, которые якобы видели доктора наук с той же речью, только чуть почище одетого, они говорили: боже мой, он так хорошо говорит, и такие вот сложные вещи, мы его очень трудно понимали, все такое прочее. Это был один и тот же человек. Это был один и тот же человек. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы очень ведемся на мнение других людей. Вот нам сказали, что это академик, мы в это поверим. Документы мы не проверим, но мы поверим, что это академик. А вот этого вот показали и сказали, что он бывший уголовник, а мы тоже поверим. Мы тоже поверим. Почему? Почему поверим-то, люди? Доверчивые. Я бы другое слово употребила. Глупые. Вместо того, чтобы спросить: минуточку, вот вы вот этого человека нам вывели, вот который якобы отсидел. А где вообще доказательства? Где документы, что он сидел? А у этого, вот где он докторскую защитил? Нет. Сразу верим, сразу моментально. Вот именно это следующий уже как бы идет разговор, почему некоторые люди быстро выздоравливают, а другие не очень. Есть люди, которые очень ведутся на разные объявления в интернете от людей, которые на самом деле не являются врачами, но предлагают вам какие-то врачебные магические услуги. Кто-то из вас читал ли, он очень активно себя рекламирует, некий психолог в интернете, который лечит лично им придуманным методом психотерапии любой рак. Кто-нибудь видел? Молодцы, значит, вы это не читаете, слава богу, не читайте. А ко мне так регулярно приходят сообщения от людей, которые, значит, повелись на его метод, отдали ему какие-то деньги, но что-то никак не сработало, потому что методом психотерапии рак никак не убрать. Как ты не старайся, и коим образом ты ничего не делает. То есть один человек нашел правильного, хорошего врача, другой тоже нашел правильного, хорошего врача. Но первый поверил этому врачу, а второй нет. Вот эта вот вера в доктора, вера в лекарство, вера в то, что поможет. Вот эта вера, она очень помогает человеку выздоравливать, даже если никаких других к этому вроде бы у него и нету показаний. Когда испытываются новые лекарства, всегда бывают две группы. Одна группа получает экспериментальное лекарство, которое разрешено уже использовать человеку, а вторая группа получает сахарные таблетки, которые ничем не отличимы от этого лекарства. А фокус состоит в том, что больные не знают, кто что получает,
И фокус состоит в том, что медсестры, которые все это раскладывают, просто дают им коробки. Это коробки сюда кладешь, а эти коробки сюда кладешь. Не знает никто. Все одинаковое. Вот все. Дальше сравниваются результаты. В группе, которая принимала сахарные таблетки, плацебо принимала, да, 40% идет улучшение человека. 40%. То есть 40% больных, которые принимали сахарные таблетки, искренне поверив в то, что они принимают новое замечательное лекарство, начали выздоравливать. О чем нам это говорит, дорогие мои? О чем нам это говорит? Что самовнушение — великая сила. Самовнушение — великая сила. И если, как мне сказал один онколог, если человек решил жить, я с этим ничего поделать не могу. Понимаете, да? То есть если человек твердо, абсолютно уверенно решил жить, то, конечно, трудно с ним что-то сделать. Немалую роль в таком пути к выздоровлению играет глупость. Вот сейчас только не обижайтесь и не удивляйтесь. О какой глупости я говорю? Ряд людей, да не ряд, все, наверное, узнав что-то о своей болезни, что сделали, куда вы полезли? В интернет полезли. И начали там все читать. И вы что-то хорошее там прочитали? Ну, ты-то ладно, прочитала, ладно, хорошее. Но не все же хорошее это там в этом интернете. Не все там хорошее в этом интернете. Но ты нашла хорошее. Ты молодец, Паш. Но даже если вы взяли, что, конечно, редко туда можно добраться, но вы взяли, допустим, какую-то научную статью о своем заболевании, вы разберете термины? Вы поймете эти термины, да, вот эти, да? Нет, вы их не поймете. То есть вы это читать не будете. Вы пойдете куда? Куда вы пойдете? Форумы. Вы будете читать, как выздоравливали и болели друг друга. Ты-то нет, с тобой все понятно. Вы будете читать то, как болели другие люди. Кто этим занимался? Честно. Ну, это точно. Остальные молчат, затаились, потому что занимались, но не хотят признаваться в этом. Ни за что просто. И не признаются. Но это делают почти все. И, к сожалению, вся вот эта информация, она... Я не хочу сказать, что она неправдива. Но давайте с вами разберем ситуацию. Вот она, я стою перед вами, мой вес 49 килограммов. Вот, я не знаю, там вот сидит дама, у нее иной вес. У меня светлые волосы от природы, у вас они темные, правильно? Ну, не брюнетка, но, так сказать, вы темная. У меня голубые глаза, у вас карие. Все. Различие даже у нас идет во внешность. Ну и коим образом у нас с вами будет одинаковое течение болезни. Дело даже не во внешности, оно, если посмотреть на внутреннее состояние, один входит в болезнь, у него все дома хорошо. У него есть семья, у него ему помогают, у него там мама, папа, бабушка, дедушка, муж, свекровь. Все за него горой встали, все его из болезни вытаскивают, все его, значит, мотивируют и все. Да? Другой вообще один. Другой живет один. Ему некому пожаловаться. Как вы думаете, кто? Ну вот как бы одинокая мама с ребенком, и женщина, которая живет в полной семье, тоже с ребенком. У кого больше шансов вылезти из болезни? Дочь в семье. Ой, говори громче. У которой в семье. Нет. Нет. Самое интересное, что одинокая мать, а у нее больше мотивации для выздоровления. У той, которая в семье, тоже есть мотивация, но вокруг нее много людей, у нее нет, знаете, какого страха, что ее ребенок останется один. Вот она уйдет, а ребенок один. У ребенка папа, мама, дядя, тети, дедушки, бабушки. То есть вырастет ее ребенка. Нет, она любит ребенка, она думает о нем. Но вот этого ужаса, я умерла, а куда ребенок, в детский дом, у нее этого нет. А у одинокой мамы этот ужас есть. И этот ужас активирует вот эти все силы, которые у нее есть,
только для того, чтобы справиться с болезнью. Она каждое утро встает и говорит себе: вопреки всему, я выздоровлю. Она каждый вечер ложится в спать и говорит себе: не запрещаю себе думать о том, что я уйду из этой жизни. Я не уйду из этой жизни, у меня есть ребенок, мой ребенок попадет в детский дом. И такая мотивация, которая заставляет ее выздороветь. Я про кошек вам рассказывала? Ну, вам-то да. Про кошек знаете, нет? Совершенно потрясающий случай, реальный случай, невыдуманный. Женщина, которая была на патронажном обслуживании при монастыре. То есть это женщина, которая не могла вставать. Ей уже было так плохо, что она к ней ходила патронажная медсестра, одинокая женщина. У нее были кошки. И один раз патронажная сестра кормила кошек, мыла их туалеты, ну, в общем, как-то ухаживала еще за животными. А в один прекрасный, вернее, не прекрасный день эта патронажная медсестра не пришла. Когда стали разбираться в этом случае, выяснилось, что она ушла в отпуск, предупредила там какого-то главного, а главный забыл это где-то отметить, все думали, что у нее это патронажная медсестра, она не пришла. А что было делать этой женщине? Она лежит на кровати, она не может встать. Значит, как она потом мне рассказывала, она лежала целый день. Ну, во-первых, ей самой хотелось в туалет, ей хотелось воды попить, но никто не мог ей помочь. Но начали кричать ее кошки. Кричать, кошки требовали, кошки хотели есть. Они вокруг нее бегали, они ее пинали, все. Она поняла, что к ней никто не придет. Значит, как опять же она мне говорила, себя ей не было жалко, ей было жалко кошек. Что делать? Она, которая не вставала, она слезла с этой кровати, кое-как сползла. Идти она не могла, она поползла на кухню. Она доползла вот как-то там, где стоял этот кошачий корм. Она сумела им это куда-то насыпать, чуть ли не на пол, легла на пол, потому что у нее не хватило сил ползти назад. Проснулась она на этом полу от холода, рядом сидели кошки и так вот на нее смотрели. «Мать, ты проснулась? Давай пить, иди меняй туалет». И ей просто было некуда деваться, ей опять пришлось встать, как-то уцепиться, насыпать, значит, этим кошкам и все такое прочее. Когда дней через 10 патронажная служба очнулась, поняла, что у больной никого нет, и поняла, что, скорее всего, что там все, ну, уже трагично, и пришли вскрывать дверь вместе с милицией в ее квартиру, труп мыл посуду, стоя у раковины. Значит, у патронажной службы просто... Как это могло случиться? Ее отвезли в онкобольницу. А в онкобольнице тоже очень удивились, потому что они думали, что этой женщины уже давно нет, а нет, и она вообще на своих ногах идет, представляете? Она сама идет, вот эта вот, которая не могла встать. А дальше полнейшее невероятное изумление. Ее отправили уж, я не знаю, на какой томограф, везде просвечивали, а все хорошо. А все хорошо, это совершенно невероятный случай. Просто вот как? Почему это произошло? Человек активировал какие-то невероятные силы из-за тех кошек, которых он очень любил. То есть у нее никого в жизни больше не было, никаких родственников. Кошки — это были ее дети, понимаете, да? Вот и это ее выдвинуло с этой вот. Кто чаще всего... плохо идет после операции химии или лучевой по болезни. Это человек какого характера, как вы думаете? Как его назвать? Какая у него основная часть его характера? Пессимист. Пессимист, да. Человек, который все видит в каком свете? В черном. Да? Микрофон не для того, чтобы я вас услышала, а чтобы вас слышали наши интернет-зрители, это идет на интернет. Человек, который светит в черном свете. Выписали лекарство, тамоксифен. Значит, на собственном опыте мне начинают приходить смс-ки от людей, которые подписаны на меня в Телеграм. Мне прописали тамоксифен, где бы мне взять импортный? Я говорю: милая, я пила российский тамоксифен,
пять лет подряд. Человек прекрасно работает, все чудесно. Зачем тебе импортный-то? Его нет импортного, я хочу импортный. Почему ты хочешь импортный? Потому что наши лекарства плохие. А кто тебе сказал это? Все говорят. Я говорю, я тебе говорю обратное. Ну, я не знаю, что вы там говорите, а вот мне все говорят, что это лекарство плохое. Я хочу пить только импортное. Импортного лекарства она не достает. Она начинает пить плохой тамоксифен. Как он на нее подействует? Вообще никак не подействует. Он на нее вообще никак не подействует, потому что человек категорически настроен против этого. Просто категорически. Категорически. Почему врач... Маш, встань туда, потому что за тобой не видно людям. Спасибо, Машунечка. Почему врач-хирург или его помощник, или какой-то ассистент перед операцией заводит с вами разговор? Ну, подходит к вам, спрашивает. Подходили, спрашивали? Ну, что-то там он спрашивал, там, как вы себя чувствуете, какой-то такой совершенно ни о чем не значащий разговор был. Че, молчим-то? А? Был. Что-то он такое пришел и совершенно как-то не по делу спросил. Почему он это спросил? Он пришел у вас понять, настроены ли вы завтра попасть на операционный стол. Да, вам страшно, да, вам как-то некомфортно. Ну, понятно, никто не радуется, по-моему, да? Хотя кто-то радуется. Кто-то радуется. А почему радуется? Ну, вот. Все. Избавимся. Все. Операция будет, и мы ее выздоровлю. Все, мы избавимся, меня вылечат, все будет хорошо. Вот если такая позиция, то все хорошо. А если позиция, я лежу в какой-то больнице, тут какая-то вообще палата ободранная, и врач какой-то странный, и все, все будет нехорошо, все будет плохо, надо было, наверное, за деньги ложиться. Вот за деньги, знаете, хорошо прооперируют, вот точно. Вот за деньги, да, он сидит, кивает головой в шапочке. Вот за деньги точно хорошо прооперирую. Ну, вовсе нет. Я вам открою большой секрет. Очень многие доктора, не буду говорить, что все, это неправда, но очень многие прекрасные доктора, которые принимают в платных лечебницах, работают в больницах по ОМС. Почему они принимают в платных лечебницах? Потому что у них дети, семьи, жены, и им откровенно нужны деньги. Поэтому врачи там работают и здесь работают. Если вы хотите попасть к какому-то хирургу, и вы не нашли его, да, посмотрите в каком-то платной больнице, фамилия, имя, отчество, запустите поиск по сайту «Продоктор», и вы найдете этого доктора в разных абсолютно местах, и где-то он будет по ОМС. Вот просто. Понимаете, это вот работающая а такая система. Как вы настроились, так у вас все и пойдет. Дальше страх. Страх чего? Чего мы боимся? Боимся мы вот чего? Чего молчим-то? Чего? Говори громче. Умереть боимся. Хорошо, мы в храм ходим? Да. Ходим в храм. А, Машенька, дай микрофон. Значит, мы в храм ходим, хорошо. Да. Мы причащаемся? Да. Отлично. А как часто? Ну, раз в неделю, Раз в неделю, да? Так, соответственно, перед причастием мы читаем три канона, последование ко святому причащению. Прекрасно. На все ночные хотя бы иногда ходим? А как же? Мы исповедуемся? Да. Отлично. Пост держим? Да. Пятница, среда? Может, еще и понедельник прибавила? Для ангелов, да. Ангельский день, понедельник, я вас понимаю. Как вы умница, вы просто образец. И почему тогда мы боимся умереть? Вот. Умрет-то тело, а душа-то куда пойдет? Куда пойдет душа? Ко Господу. И избавится душа от всех мирских страданий, от всех мирских проблем. И будет она в объятиях у Господа. И будет она в Царстве Небесном. И будет душе так хорошо, как никогда не было хорошо телу. Почему мы этого боимся? И верим ли мы на самом деле в Господа? При всем том, что мы исполняем абсолютно все. И все делаем. Если бы мы на самом деле верили в Бога, мы бы этого не боялись. Мы бы другого боялись. Мы бы радовались тому,
что пришла тяжелая болезнь. Почему? Потому что в тяжелой болезни, об этом все говорят старцы нам, если вы читали, да, Паисий Святогорец, в том числе Иоанн Златоуст, то есть все, кто писали какие-то работы, обязательно было указано, что если человек тяжело болен, то он прямо на лифте Господу Богу попадает в объятия, потому что в болезни горят все грехи. Чего боимся тогда? Встает вопрос, верим ли мы в Бога? Понимаете, как интересно, да? Потому что это такая немножечко идет проверочная ситуация. Кто из вас считает себя верующим человеком? Ну, вапки, давайте поднимем. Ну, кто считает? Ну, молодцы, вот все молодцы, вы умницы, правильно. Хорошо. А теперь скажите мне, пожалуйста, если вы потеряли кошелек, какая будет ваша реакция? Благодарю Господь, что взял деньгами. Благодарю Господь, что взял деньгами. Хорошо, правильный вопрос. Если случилась какая-то неприятность, машину украли. Не, подожди, она уже один раз ответила. А дальше-то что? Украли машину. Ну, только честно. Вот только не придумывая ничего, никем не притворяясь. Первая мысль какая? Вот громче говори. Почему у меня эту машину-то украли? Почему именно на мою тарантайку-то польстились? В храм ходим? Ну, ходим, я знаю, что отсюда как бы узнаю так примерно. Значит, хорошо. А почему в голове нет простой христианской мысли? Господи, как же хорошо, что у меня украли машину. Потому что Господь знает, для чего он это сделал. Вполне вероятно, что эта машина могла бы меня убить, я могла бы на этой машине попасть в какую-то ужасную аварию. Теперь у меня нет машины, я не попаду в эту аварию, я спасла свою жизнь. Почему это работает не так? Потому что... Видимо, маловерие, если так не работает. Молодые? Маловерие, говорю. Маловерие. Правильно. И вот начинаем так внутри копаться, и получается, что мы с вами все вообще маловерные по полной программе. Уныние на кого нападает? Я бедная, несчастная, у меня чего-то того нет. Сайка моя. У меня нет того, у меня нет этого, у меня нет денег, у меня в конце концов нет ботинок. Новых. Старые есть. Я хочу новые. У меня их нет, мне обидно. Почему не у Катьки есть, а у меня нет? Ну, это что? Что такое уныние, люди? Недоверие Божьему. Уныние – это смертный грех. Почему уныние – смертный грех? Вы вроде такая ерунда. Сидит человек, просто печалится, льет слезы, льет сопли. Почему уныние – смертный грех? Не убей, понятно, почему, да? Не укради, ну понятно почему, не прелюбодействуй. То есть как бы здесь уже все понятно. Но уныние-то, Господи Боже мой, плохое просто настроение. Пришла домой, увидела на другой тетеньке в метро красивое пальто, которого самой нет, пришла домой, всплакнула. Я бедная, несчастная, у меня очень примитивные эти самые примеры-то привожу. Я бедная, несчастная, вот у меня нет ни денег, ни нового пальто, вот у меня слезы рекой. Почему это смертный грех? Я кого-то обидела? Нет. Ну, позавидовала, да, кто из нас не завидовал? Почему он смертный грех? Люди добрые, почему вдруг, как вам кажется? Недоверие Богу. Нет, мой ангел, недоверие Богу – это само собой. Но смертный грех-то одновременно, у нас же душа-то в чем живет? В теле? Что происходит с телом, когда вы унываете? Значит, когда вы плачете, что с вами происходит? Кто может описать? Значит, так вот, да? Приятно плакать? Потом голова болит, да? Голова болит. Значит, нос не дышит, правильно? Значит, кашель мучает. Голова где болит? Где болит голова? Нет, так не бывает. Голова болит либо здесь, либо вот здесь. Правильно? Либо вот тут вот, вот здесь вот, да, затылок, либо она болит, либо она болит здесь. Руки могут начать трястись, то ноги холодные. Руки холодные. Что с нами происходит? Когда вы начинаете унывать, у вас начинается спазм сосудов. На фоне спазма сосудов у вас кровь не доходит до стоп,
И очень часто кровь не доходит до кончиков пальцев. У вас резко изменяется давление. А здесь уже в зависимости, как, куда пойдет. У кого-то оно вскакивает вверх, у кого-то оно падает вниз. У кого-то сжимается желудок, кто-то не может потом есть. У него отбивает аппетит навсегда, либо его тошнит. А кто-то другой, например, вот расстроился, начинает метать все в рот вот так вот двумя руками. Маш, что ты смеешься? Вот так вот двумя руками, шоколад, конфетку, пирожное. Очень хорошо сладкое, правда? Кусок торта на фоне уныния – это прямо… Что происходит, когда на фоне уныния съедается торт? Чего в торте больше всего? Жиров и сахара. Ну так, если попросту говорить. Эта смесь жиров с сахаром падает к нам в организм. Что происходит с поджелудочной железой? Она кричит: «Спасите, люди! Спасите!» Мало того, что спазм сосудов и не подходит к ней та часть крови, которая ей нужна, так еще туда валится сладкое, которое ей надо помочь, чтобы оно переработалось. А она, бедная, не может, она задыхается. Ладно, вы один раз так уныли. Один раз за год уныли, что на 8 марта получили две чахлые гвоздички, а не букет роз, как соседка. Один день вам было плохо, потом прошло. А вы болеете, вы на ахемии. Или вы на лучевой терапии. У вас организм находится под воздействием тяжелого лечения. А вы ему добавили унынием, еще вот это вот все, что вы с ним сделали. Сверху тортом закидали. Не очень хорошо получилось, правда? Ладно, если это один раз случилось. Один раз. А если это на фоне лечения случается постоянно? Ой, вот меня тошнит, это очевидно, вот что-то, мне так плохо, мне так нехорошо, мне так ужасно, мне так все-все. Это тоже уныние. Это тоже уныние, которое приводит вас к этому состоянию. Зачем вы это делаете? Уныние вас выстрелили из пистолета. В этом виноват другой человек, который вас выстрелил. Вы шли, споткнулись, упали, разбили коленку. Вы были невнимательны, в этом виноваты вы сами. Вы шли по улице, кто-то вас ударил. Кто виноват? Вы просто шли. Кто виноват? Тот, кто ударил. Виноват другой человек. Вы пришли домой, поскользнулись и сами упали, лицом о стол. Кто виноват? Сама. Сама виновата, не очень-то виновата, потому что слабость, там поскользнулась, все такое прочее. Находится способ каким-то образом себя оправдать. Да? Хорошо. Врач сказал, что все будет хорошо. Врач сказал, что вот эта химия прямо вам показана. И что эта химия вам поможет. И сказал правду. Четыре человека из десяти ему не поверят. Почему? Потому что я думаю, что он говорит неправду. У меня есть какие-то доказательства этому? Нет. А почему я так думаю? По какой причине человек, когда его нормально и хорошо лечат, ищет, ему надо найти, что его лечат не так и что все с ним будет обязательно плохо? Почему это происходит? Потому что он пессимист. Нет, не всегда. Во-первых, он болен, это раз. Болезнь немножечко меняет наш характер. Дело в другом. Есть люди, которые по жизни, по своей, не получили внимания. У них были хорошие, но очень строгие родители. Родители не виноваты в глупостях, которые делаем мы сейчас, став взрослыми. Но что-то запоминается. Были родители, которые воспитывали из лучших побуждений очень строго. Это раз. Заставили выучиться не на ту работу, которая нравилась.
убедили, что лучше пойти по пути папы или мамы, потому что мы тебе на этом пути можем помочь. Попался какой-то спутник жизни, жена или муж не очень ласковые. Ласковых слов никогда не слышал. Слов сочувствия практически никогда. Пришел к доктору в свое время, дантисту, с жалобой, что болит зуб. Ну что ж, вы, батенька, потерпеть-то, что ли, не можете хотя бы там минут 10, пока я вам укольчик-то делаю. Здесь тоже не пожалели, а зубик болит. И вот когда этот человек оказывается на самом деле серьезной болезнью, и он оказывается на самом деле в серьезном лечении, вот здесь из него вылезает маленький ребенок, которого никто никогда не любил, никто никогда не жалел, а теперь я еще и заболел. И вот я так заболел, и вот я так сильно заболел, и вот мне так плохо, и начинается преувеличение болезни. На самом деле она не настолько большая, на самом деле не настолько плохая, и на самом деле с этой болезнью прекрасно можно выздороветь и дальше жить спокойно и свободно. Но я не могу это признать. Почему? Потому что мне очень хочется, чтобы меня пожалели. Мне очень хочется, чтобы кто-то мне сказал, знаешь, вот так нерационально, не врач. Ну, врач тоже бы хорошо, но он уже не скажет. А кто-то бы подошел, обнял бы, прижал бы к себе и сказал, послушай, все будет хорошо, я тебе это гарантирую. Вот я все абсолютно устрою, все сделаю, чтобы у тебя все было хорошо, и у тебя все будет хорошо. Ты что, никто никогда из вас таких слов не хотел услышать? Хотели. Отлично. Но, да, хотели, естественно, но большинство нас с этим справляется. Есть люди, которые с этим справиться не могут. И у них начинается самое настоящее, самое страшное, самое черное уныние, которое, знаете, так вот их в лапах держит и не отпускает. Хорошо, если у такого человека дома есть родственники. Хорошо, если есть родители, если есть муж, жена, брат, сестра, взрослые или маленькие дети. Знаете, маленький ребеночек, который подбегает к больной маме, обнимает ее и говорит, мамочка, я очень тебя люблю, я за тебя молюсь. Это работает, знаете, лучше всякого антидепрессанта на тех, у кого дети, у кого есть из вас. Понимаете, это работает лучше всякого антидепрессанта. Когда тебя пожалели твои любимые, твои родные дети. И ради этих детей человек будет способен на подвиг. Он, знаете, вылезет из любой болезни, только чтобы его дети бы не остались одни. Вот, знаете, вот как? Почему один уходит, а другой вылезает? И потом долго находится в ремиссии, потому что у него есть ради кого жить, кого-то он не может оставить. Та женщина не могла оставить кошек. Смешно, да? Ну, смешно. Ну, смешно, это какие-то две кошки. Она вот так вот ради них ползла на кухню. Кому-то смешно, но для нее это были дети. Вы не можете, одна не может оставить ребенка, другая не может оставить мужа, он без меня пропадет. Третья не может оставить маму. У четвертой там какое-то вот, значит, что-то так. Меня лично спасли книги. Лично меня, я когда разбиралась в этой ситуации сама с собой, я очень хорошо поняла, и меня первые мои, у меня было 5 лет химии, у меня первые мои книги были написаны вот как раз вот в химии, да, понимаете? И у меня есть одна книжка, простите, пожалуйста, за нетелевизионное слово, я ее называла «Книжка, написанная на унитазе», потому что я не могла просто выйти из туалета. Тошнило так, но у меня была, ну, когда меня лечили, это было только две химии, желтые и красные мы их называли. И это просто, я не могла просто выйти из унитаза, у меня была такая вся камеечка, я садилась, тут, ну, как бы крышка унитаза, да, на ней лежит рукопись, я сижу, значит, строчу, потом мне делается плохо, я поднимаю крышку, убираю рукопись. Ну, понимаете, что самое интересное, я к этому, я так хотела, чтобы эти книжки вышли в свет. Мне издательство сказало, что надо собрать пакет из 12 книг. И тогда как бы они будут выходить пакетом. И вот я сидела и писала, меня трясло от восторга. Я боялась, что они откажутся иметь со мной дело, понимаете? Да, я какая-то с улицы пришла, они меня не возьмут, меня трясет. Я это все, я вообще ничего не замечала. Я ничего не замечала. Я понимаю, что меня спасли книги. Вот этот вот
драйв, восторг вообще, все вот это вот. Я думаю, что это так. Ту женщину спасли кошки. Кого-то спас ребенок. Если вы найдете, ради чего и ради кого вы не можете пока уйти к Господу, если вы его найдете и поймете, что он существует, то это ваша долгая и прямая здесь земная жизнь. Пока вы сами не поймете, что, в общем-то, ну как-то земная жизнь моя завершается. Понимаете? Вот куда закопана эта собака. Если вы будете понимать, что вы не имеете права умереть, ну, по разным причинам, да у вас, в конце концов, ипотека не выплачена. А что мы смеемся? Вот я умру, ипотека не выплачена, а я ее выплачивала 10 лет. И платить-то мне еще, предположим, там, ну, я не знаю, насколько вы взяли, там, допустим, 5 лет. А я ее не выплатила. А что, это я отдала государству вот эти мои банку кровные деньги 10 лет и умерла? А как это так? А квартира моя? Вот даже такой аргумент может сработать. У каждого он свой. Я не могу вам подсказывать ваши личные аргументы. Но если вы найдете, за что зацепиться когтями, вы зацепитесь и будете на этих когтях держаться очень долго. Главное, уныния не будет, будет задача. Знаете, есть такое выражение, что беду не оплакивают, проблему решают. Вот и все. Вот если не оплакивать свою проблему, а попытаться как-то ее решить и думать, как ее решить, для чего ее решать, для кого ее решать. Если жить только для самой себя, тогда да, конечно, тогда страшно. Но если жить, даже если вот жить ради кошки, то это уже какой-то смысл появляется. Понимаете? У кого есть кошка? А собака у кого есть? А как собака одна останется? Она сможет одна жить? Ее уже выгонят на улицу. Кому нужна моя собака? В особенности, если она старая. Вот моя собака, которая привыкла спать на диване, вкусно кушать, любит, чтобы ее гладили, да? Вот это вот все мое. Вы что, меня нет? Кому она нужна? Кому нужны чужие дети? Ну, давайте откровенно говорить. Да, есть люди, которые будут там воспитывать детей и любить их, но никогда не будут любить так вот, как любит мама. Ну, не будет этого, понимаете? И как я могу умереть, когда у меня маленький ребенок? Как я могу умереть, когда у меня кошка? Как я умереть могу, когда у меня собака, когда у меня муж, который без меня, ну, он чай не заварит? Я его так воспитала, что он не заварит без меня чай. У кого муж дома умеет гладить брюки? Зависть берет. А у меня один раз Александр Иванович, мой доктор наук, профессор, академик, когда меня окончательно скосила химия, я легла, он пришел с брюками вот так вот, стоя около меня, и со слезами мне сказал, они очень мятые. Я говорю, папа, ты их погладь, пожалуйста. Он говорит, чем? Я говорю, утюгом. Хорошо. Он поставил утюг. Он говорит, а как гладить? Я говорю, ну вот так вот. Объяснила и заснула. Проснулась я от того, что муж стоял около меня, вот так вот, умнейший человек, человек, который писал учебники, вел курс психологии в Сорбонне, в Парижском университете. Понимаете, умнейший человек. Он вот так вот стоял с брюками. Я посмотрела, мне было очень плохо, девочки. Мне было так плохо, что я не могла стоять. Но когда я увидела брюки, смотрите внимательно, они имели винтовую стрелку. Я когда до сих пор не могу. Я когда это все увидела, во мне появились чудовищные силы. Я встала, выдрала эти брюки и сказала: «Папа, сгинь с глаз моих». Пошла, положила их, ну, там была маленькая квартира, кухонный стол, выгладила ему эти брюки, отдала ему, пошла, легла в кровать и подумала, что умирать конкретно не надо, потому что вот эти вот винтовые брюки, понимаете, да, брюки винтом, ну, так вот как-то. Я даже не могу понять, как он достиг этого результата.
Я не знаю, понимаешь, не спрашивай меня. Есть что-то, что я не могу объяснить. Я не понимаю, каким образом Александр Иванович достиг вот этого результата. Но это был такой винт. Все. Вот если у вас такой муж, то с кем он останется, девочки? Что с ним будет-то, с бедным? К чему я это говорю? К тому, что если у вас есть мотивация выздороветь, вы выздоровете. Вопреки всему. Вопреки всему, если только вы это внутри себя найдете. А если вы будете очень себя жалеть, поскольку это очень хочется, приятно о себе поплакать? Скажите честно. Чего киваешь, Марин? Приятно о себе поплакать, да? Ах, я бедная, несчастная, как мне как-то не очень хорошо, как меня как-то, да? Бывает? Ну хорошо, один раз поплакала. Второй раз поплакала. Третий раз поплакала. Что-то изменилось? Нет. Нет. А теперь ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Вот вы хотите вбить гвоздь в стену. Вы берете гвоздь, берете молоток, шарах себя по пальцу. Больно, да? Гвоздь не вбит, палец болит. Ладно, хорошо. В следующий раз будете гвоздь вбивать? Будете? Отлично. Второй раз палец. Третий раз. Пятый, шестой. Отбила палец так, что уже все. Продолжишь? Навряд ли. То же самое с унынием. Бьешь себя по пальцам. Только ты бьешь себя, только не бьешь себя не по пальцам, а по всему организму, понимаешь? Раз, другой, третий, пятый. Ну, мазохисты получают удовольствие определенное от разбитого пальца. Но я сомневаюсь, что здесь такие присутствуют. Уныние то же самое. Ты бьешь себя по организму со сводострастием. Лучше делается? Нет. А зачем продолжаешь? Ответа жду. Зачем продолжаешь? Привычка? Приятно? Хорошо делается? Поплакала и лучше? Свободнее стало, когда поплакала? Поплачь на какую-нибудь другую тему. На какую-нибудь другую тему поплачь. Не о себе. Поплачь о других. Хочешь поплакать? Найди какую-то, посмотри грустный фильм. Поплачь о герое этого фильма. Не плачь о себе. О себе не плачь, не надо. Не оплакивай себя. Время не пришло, чтобы тебя оплакивать, понимаешь? Вот и все. И каждый раз, когда будешь так вот думать, какая я бедная, какая я несчастная, какая я больная, все другие здоровые, я больная, вот чтобы в голове возникал образ. Палец и молоток. Бук, 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 бук. Больно, неприятно, гадко и плохо. Вот не надо унывать, мои дорогие. Не надо унывать, потому что я понимаю, что тех, кто испуган, что тех, кто находится в начале заболевания, всех тех, кто... Это вообще все тяжело. Я вас очень хорошо понимаю. Я вас очень хорошо понимаю. У меня было 4 операции, куча гормонотерапии, 5 лет, 5 лет химии. Я очень хорошо вас понимаю. Но... Понимаете, какая вещь? Ну, посмотрите на меня. Я никогда этого вообще-то не говорю людям, но посмотрите на меня. Я что, очень красивая? Глазки к носу, носик, как у мышки, мордочка треугольная. Я что, особо умная? Я не выучила таблицу умножения. Вся математика осталась за гранью понимания. Физика вместе с ней об руку с химией. Это же не так? Это так. Я не самая умная. Я не самая прекрасная, я не самая талантливая, я, не, наверное, не самая хорошая мать, я была, так сказать, не самой замечательной женой, да? У меня куча недостатков, но я выздоровела, я выздоровела. Вы, в принципе, такие же, как я, и организм наш работает по одной, в принципе, системе, там, ну, какими-то там, различиями, но тем не менее это так. Если я выздоровела, что мешает поправиться вам? Что именно? Именно что? Ладно бы я была бы мисс мира с дипломом Московского университета Мехмата, с умением плясать вальс,
Значит, вот это вот все, вот если вот это вот собрать, вот образец вот такой вот стоит, таких людей не существует, может быть, если бы я была такая, ладно, понятно, она выздоровела, потому что она вот такая. Так нет же, люди добрые. Нет же, люди добрые, я такая же, как и вы. Я пойду в магазин и буду думать, вот у меня есть сумма денег, ну, я не знаю, там, у меня есть 3000, я не буду их тратить зря. Куда там? Я увидела кошелечек с мопсом и тут же его купила. Все. Все, хотя пошла на самом деле с этими 3000 совсем за другой покупкой. И теперь у меня нет денег, но есть кошелек с мопсом. Я умно поступила, да балда я полная. Но тем не менее я радостная и счастливая балда. Ну так вот пример с меня брать не надо в этом случае. Но если я такая выздоровела, такая абсолютно как вы, что мешает поправиться вам? Многие из вас умнее меня. Многие из вас образованнее меня, талантливее меня и лучше меня. Что мешает? Чего мы унываем-то? Ответа нет. На этот вопрос ответа я так и не получила. Дорогие мои, на этом мы с вами сегодня завершаем нашу встречу. Пожалуйста, не унывайте. Очень вас прошу. Мало того, что уныние – грех, оно еще, к сожалению, и мешает нам всем выздороветь. Если Господь позволит, то в следующий вторник в этом же время мы с вами встретимся в стенах Сретенского монастыря в актовом зале Духовной Академии. Я люблю вас, мои дорогие. Все будет хорошо.